1 на 2 здесь очень тяжело, на самом деле. По нему должны догадываться, что он на одну уже позицию смог выйти. Ой-ой-ой, сейчас Аллу просто в спинку убьет. Так. Или просто зайдет. Может зарезать еще его. На самом деле, можно просто резать и уходить. О-хо-хо, это нож все-таки. Красиво. Киашима, получается, развернулся. И опять клатч Киашима против Сиксера. И Керриган в очередной раз с совой по ней попал. Ты видел? Ай-яй-яй. Он опять был на зелени, он принимал выход, был на зеленом вагоне. И вот этот вот быстрый раунд, три игрока через верх-вниз, сыграл. Ну что, это клатч для Сиксера или все-таки Кио переспреет? Нет, не получается, проигрывает эту перестрелку Киашима. Это раунд в пользу команды Envil. Сиксер тащит.